Газете «Тобольская правда» исполнилось 160 лет. Считается, что ее прародителями были Тобольские губернские ведомости. Номер, выпущенный в честь юбилея, выполнен в стилистике 19 века. Корреспонденты пишут не только о городских новостях. За два года 6 раз побывали на Донбассе, в Америке и Австралии, не считая российских регионов. А какой здесь? А что касается Оренбурга, то туда мы поехали для того, что там в 1777 году было, значит, подавление Пугачевского бунта, и вот туда отправился отряд Тобольского гарнизона подавлять Пугачевский бунт, и там 200 человек погибло. Подвигать людей на какие-то интересные и важные, и нужные для, значит, города, там, региона дела, это, я считаю, это наше журналистское дело. В честь старейшей газеты назван один из скверов города. Вот уже 5 лет в нем размещают каждый свежий номер для бесплатного прочтения.